Продолжаем эфир. Жители более 50 многоэтажных домов, Кокшетау, оказались в сложной ситуации. Люди, проживающие на верхних этажах, жалуются, что вода к ним не доходит. Они связывают это с увеличивающимися темпами строительства. Что на это говорят местные власти, узнавала Оксана Матасова. Вот с таким напором воды вынуждены жить владельцы квартир на верхних этажах. Такая ситуация наблюдается в микрорайонах Сарыарка, Центральный и Васильковский. Люди жалуются, что не могут банально помыться. Но о работе стиральных и посудомоечных машин пришлось и вовсе забыть. Утром нету, в обед нету, вечером тоже нет. Ну когда вот бачок стоит в ванной 20-литровый. В обед, если люди приходят, видимо, на обед. Вечером, когда все люди возвращаются, видимо, с работы, то же самое, воды практически нет. Выходные это вообще невозможно. Водоразбор, судя по всему, идет большой. И к нам вода просто элементарно практически не поднимается. Люди признаются, за это время они научились выживать. Некоторые установили баки для воды и даже изготовили специальные приспособления для мытья рук и посуды. Воды нет. Спасаемся вот такой конструкцией. И это в городе. Сотрудники горводоканала говорят, что повысить давление в системе невозможно, потому что проложенные трубы изначально были рассчитаны только на определенные показатели. Специальных насосов в Кокшетау никогда не существовало. И вода подавалась за счет рельефа самотеком. Воды не хватает на верхние этажи. Для этого мы что сделали? Мы сказали этим жилым домам, чтобы они устанавливали себе повысительные насосы. Раньше же хватало воды всем, было. Но у нас сейчас на данный момент очень много увеличилось жилые площади. И еще добавляться будет. Вот. Ну, на данный момент мы не сидим на месте, мы продумываем все. Покупать насосы людям придется за собственные средства. Некоторым жильцам уже озвучили стоимость одного такого насоса в 1 200 000 тенге. КСК не уверены, смогут ли жильцы собрать подобную сумму. К тому же проживающие на нижних этажах обычно отказываются участвовать в таких сборах. В Акимате сообщили, что застройщиков новых многоэтажных домов уже обязали устанавливать повысительные насосы сразу при строительстве. Иначе вода в дома новоселах просто не дойдет. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область.